Один из моих 15 детей, 9 сыновей, 6 дочерей, мой 10-й ребенок, 6-й сын Алексеев Егор Владимирович, продолжает осваивать уже второй день гармошку, которую купили на блошином рынке, подклеили скотчем, отремонтировали и написали «Егор». Давай, Егорушка. Русская частушка. Видите, второй день всего, а уже на гармошке много произведений. Давай еще какой-нибудь.